Всем привет! Давненько мы с вами не виделись, но у меня есть повод с вами поговорить. Есть повод о чем поговорить. Чеки начислены вчера еще. И пара чеков я, конечно, поделюсь им с вами. Потому что чеки из месяца в месяц становятся все ярче, все привлекательнее. Причем у всех партнеров моей команды. Вот каждый партнер, который приходит, у него растет чек. И это очень классно, мотивирующий такой вот фактор. За 4 месяца работы мы чуть-чуть с партнерами не дотянули до дохода в 500 000. Ну, меня это настолько будоражит, настолько это радует, что хочется делать все больше и больше. Уже поговорив со своим основным партнером, я ей предложила такой, ну, как бы такой челлендж или такую отметку новую, чтобы за полгода наша команда вышла на доход в 1 000 000 рублей. Ну, я думаю, что 500 000 за 2 месяца, ну, это тоже, в принципе, возможно. И мы постараемся очень сильно приблизиться к этой цифре. Но почему же происходит так? Да, почему каждый партнер команды здесь растет? Ну, во-первых, в команде, вообще в компании Сибирского здоровья или Siberian Wellness очень правильная финансовая формулировка. Здесь не скидка, да, не своя моя цена, а все в кэшбэковой системе представлено. То есть человек, который приходит, он реально может увидеть, сколько он заработал. Да, кэшбэк – это тот же вид заработка. Когда мы имеем скидочную систему, да, там скидка 20%, грубо говоря. Вот у меня был просто такой случай в прошлой компании, ну, давным-давно, это там практически в начале моей деятельности. Одна очень активная покупательница-клиентка, естественно, что зарегистрированный член моей команды, она делала покупки, ну, для себя, и никому она ничего не предлагала. Она даже никому ничего не показывала, она просто каталог держала под подушкой, смотрела его на ночь глядя и делала только для себя покупки. А через какое-то время, там, буквально через там, 5-6 месяцев, она приходит и говорит: «Наташа, ты говорила, что я буду здесь зарабатывать, а я нифига не зарабатываю». Ну, я ей начала считать. Ну, смотрите, вы же вот делаете покупку групп там на 3000, да, 20%, на 20% вы берете дешевле. То есть вы за этот продукт отдаете 2400. Ну, вот эти вот 600 рублей, это же и есть ваш заработок. Ну, как же, нет, я вот купила за 2600, и вот где мой заработок? Ну, то есть люди, недопонимая, все время приходят раз за разом, спрашивая, где мой заработок. Ты мне обещала, что я здесь буду зарабатывать, а я не зарабатываю. И очень сложно объяснить, что вот эта скидка – это и есть заработок. Здесь все проще. То есть человек приходит, покупает за свои деньги, и на следующий день он видит эти деньги, этот кэшбэк на своей карте клиента, которым он может воспользоваться до 90%. То есть поэтому люди начинают с первого дня в компании уже видеть, что ага, у меня кэшбэком я воспользовалась, да, кто-то и 60 рублей зарабатывает. Но это клиенты, которые, они, собственно говоря, не приходили зарабатывать, они пришли получать свой продукт, собственно говоря, по выгодной цене. Поэтому все партнеры, которые приходят, они, глядя на свою карту клиентскую, они уже понимают, нифига себе, у партнеров скидка у нас 25%, кэшбэка возвращается, возврат кэшбэка. Я сделала покупку как партнер, а мне нужно сделать личный товарооборот на 100 баллов, чтобы остаться в партнерах на 4000 рублей. И 1000 рублей я на следующий же день увидела на своей карте. То есть моя покупка, собственно говоря, составила 3000 рублей. Правильно же? Правильно. Поэтому каждый партнер в нашей команде начинает зарабатывать с первого дня, как только он приходит. Сейчас вообще очень классное предложение
для клиентов, для партнеров, которые только будут присоединяться с 1 мая по 31 мая. Но об этом я расскажу вам уже завтра, потому что сегодня у меня задача другая. Задача у меня сегодня поделиться с вами, что в компании в этой зарабатывать можно с первого дня. Не во всех компаниях это так. И я знаю, что это боль очень-очень многих людей и разочарование. Когда, приходя в компанию, проходит месяц, второй, третий, а как не было результатов, как не было никакого чека, так и нет. И одни пустые обещания о том, что ну ты подожди, вот сейчас мы вот еще вот эту программу запустим, да, и у тебя будет уже доход. А дохода нет. И я сама была в такой же ситуации, когда я приглашала людей, люди приходили на меня, я их добавляла в обучение, но они не могли делать тех действий, которые делала я. В этой компании все проще. Здесь все действия, которые делаю я, они очень легко повторяемые. То есть любой человек может повторить и делать все то же самое. Поэтому одна из вот таких привилегий компании, что все повторяемо, и каждый зарабатывает с первого дня. Завтра я вам обязательно расскажу, не пропускайте мои эфиры, завтра обязательно расскажу о новой компании, которую, рекрутинговую, которую запустила наша компания, и как выгодно поучаствовать в ней и в качестве клиентов, и в качестве партнеров. И каждый может собрать свои плюшки. Ну, а сейчас на этом все. До завтра. В команду можно, как обычно, присоединиться под этим видео. Оставлю все ссылочки на регистрацию и на карту клиента, и на карту партнера. А еще, кстати, оставлю вам своего бота, где можно походить и посмотреть изнутри, что это за компания и почему, какой у нас проект, и почему мы вообще объединились вот в этом проекте и почему мы зарабатываем. Кстати, на кнопочке, где есть реферальные ссылки, туда тоже можно нажать, и там вас ждет тоже очень интересная информация. Эти кнопочки сразу не ведут на регистрацию, а на регистрацию ведут только ссылки в них зашитые. Поэтому не бойтесь нажимать на все кнопки, автоматически вы никуда без вашего желания не добавитесь. Поэтому изучайте на всех кнопках, там очень-очень интересно. Ну а теперь до завтра.